Անի Թամրազյան, Factor TV. Ուկրաինայի երիտասարդական հավաքականը ձեր գլխավորությամբ չեմպիոն դարձավ 2019-ին. Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ձեր առջև ինչ խնդիր է դրել, Հայաստանի ազգային հավաքականի ինչպիսի արդյունքը Եվրո 2024-ում կբավարարի ձեզ և ֆեդերացիային. Сборная Украины до 20 лет в 2019 году стала чемпионом мира под вашим руководством. Какую задачу Федерация футбола Армении поставила перед вами в связи с попаданием на Евро-2024? Ну, 2019 год это прошлое, я прошлое забываю всегда. Я смотрю в будущее. Президент и Федерация футбола Армении задачу поставила постараться попасть в финальную часть чемпионата Европы. Таснине тавакан артен анцалум е, ес имнаканум анцалов чем апрум, апрум ем неркайов. Хайастани футболи федерацей нахага, арачадран кедрели марчев, порцел, турскал, евро 2024-си, езрапакишпур. Арцер? Орам? Առաջիկա խաղերը բավականին կարևոր են, չեմ ցանկանում քաղաքականացնել, բայց ինչ եք անելու ֆուտբոլիստերին, որպեսզի նրանք նույնպես հեռու մնան քաղաքականությունից և դաշտում պարզապես ֆուտբոլային պայքար լինի? Предстоящие матчи очень важны. Я не хочу политизировать ситуацию, но что вы собираетесь сделать, чтобы и футболисты тоже оставались вне политики и просто играли в футбол? Я думаю, что не надо перегибать палку. Вы правильно сказали. Я тоже за то, чтобы на первый план выходил спорт, спортивные интересы команды. Настраивать опытных людей, которые играют, они знают свою историю. Многие ребята приедут из-за рубежа, они оказались там не по своей воле. Это история их предков, я думаю, они ее знают. Я тоже знаю вашу историю. Хорошо. И поэтому перегибать палку не надо. Я думаю, они все это понимают. Это может только негативно сказаться на игре. Для меня в первую очередь выходит на первый план, извините меня, но спортив, спорт. Только спорт. Ես նույնպես կողմնակից չեմ, որպեսի շատ քաղաքականացվի առաջիկա հանդիպումը. Կարծում եմ բոլորն էլ փորձառու ֆուտբոլիստներ են, նրանցից շատերը գալիս են արտերկրից, ընդ որում արտերկրում են հայտնվել ոչ իրենց կամքով. Նրանք գիտեն իրենց պատմությունը, ես էլ գիտեմ ձեր պատմությունը և ևս մեկ անգամ շեշտեմ, որ առաջնայնությունը իմ համար առաջիկա խաղում լինելու է ֆուտբոլը և սպորտը։ Александр Васильевич.